Как тебя зовут? Тоша Калинин. А ты пришел сюда для чего? Заниматься. А чем ты занимаешься? А как называется тем, что ты занимаешься? Как это называется? На канаде. А что такое дзюдо? А скажи, а у тебя есть кимоно? Да, но оно дома. Дома. А какого цвета у тебя кимоно? Белого. Да. А ты знаешь, откуда, в какой стране придумали дзюдо? В Японии. Молодец. А когда тебе будет 100 лет, ты будешь заниматься дзюдо?